Поехали, а теперь скоростой пошел. Псих. Ты пехаться не могу. Все, давайте, засекаем, продержусь. Ну как, я буду орать сейчас. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Фриз, FM Zoom, Угабуга, Профит. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ой, извиняюсь. Всем привет. Сегодня Гусанёк предложил очень крутую рубрику «Скибиди туалеты против аниматроников». Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Поймайте меня. Так, открыли калитку. Смотрите, смотрите, как тебя пытаются убить. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Так, надо мне, ребята, заходить как-нибудь вовнутрь. Так, убить я их не могу, но представляете, как сколько у них жизни? Ну ты нас пугаешь и теряемся. У нас кремер. Ай! Видели, я упал! Я упал, а потом умер. Что за бред? Ты подскользнулся. Так, марионеточка пошла! Дима, знаешь, ты вот заходишь в здание, и мы не можем быстро передвигаться, потому что мы можем застрять. А где он находится? Так, а я сейчас, короче, поднимусь вот сюда и буду угорать с них. В туалете? Да, в туалете. Ой, однако тебя поймать. Слышите этот звук? Ну чё, пацаны, вы где? Я вижу магию. Ого, шар полетел. Так, давайте по бортику походим тогда, раз такое дело. О, отлично. Че, вы меня видите, пацаны? На крыше, он на крыше. Я на крыше, да. Иди сюда, на крышу. А мы как зайдем туда? А вот уже один тут. Так, красиво уклоняемся. Ого, магия пошла. Где с этой магией может меня убить? Ого, она летает. Так, 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 красиво, красиво. Кстати, на дверях стал, смотрите, для того, чтобы меня не пропустить. Ага, что ты, стиральная машинка? Не можешь ли убить? Иди стирать трусы, вонючие засратые. Ого, задамажила. Так, ребята, чувствую, будет очень тяжело мне в этой серии, но я буду стараться. Ах, ты невидимка. Да вот, я уже видимый, чего. Я просто взял телепортирующийся. Так как у нас усложняется левел, все сложнее и сложнее, будем телепортироваться максимально мощно. Ой, я заныкался. Мощно. Кстати, невидимкой не буду вставать, чтобы вам было интереснее. Ух ты, ха-ха, стиральная машинка. Трусы постирала грязные или нет? Да, постирала. А, вы двери удалили? А, вот так, значит. Я, тогда буду... я вам тогда буду бить стекла, чтобы вы ремонт делали в пиццерии. Мы умеем это, двери ломать. На. Ах ты, Дима. Я телепортируюсь. Классно, ребят? Телепортируется у меня. Я телепортируюсь быстро очень. Давайте, у вас все получится. Я вас верю. Давай. Они меня найти не могут. Давайте я вам тогда побью стекла еще. Отлично. Че, не видно, да, меня никаким образом? Нет. А вот он. У входа. А уже и не у входа. А уже мне кажется, сзади. Я смогу очень долго продержаться и не смогу сбить. Когда буду телепортироваться, это прям очень сложно. Вот это класс! Ребята, ролик заслуживает 100% лайкосика. Смотрите, как они стараются меня убить. И не могут, и не могут, и никак. Да, да ладно, да ладно, я поддался. Я специально вам дал немножко. О, смотрите, взял быструю. Еще и телепортируется. И невидимой становится. Ладно, невидимка реально не буду. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли, или что? Да. А если я разозлюсь, вы знаете, что я буду делать вам? Ой, убивать там будет. О, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце я буду брать админский пистолет и всех мочить. Ой. Стой, Дима. Нельзя так. Косы не постирал. Нельзя так. О. Куда в окно? Вот, а, блин, я телепортировался в крышу. А ты как сюда залез? Да ты, блин. Где он? Он на улице. Блин, это классно. Давай, 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 пацаны. Все, давайте без телепортации. Сколько я продержусь? Давай, носки. Он нас троллит.
Да как я вас троллю, смотрите, как я красиво пытаюсь уклониться от вас, но у меня получается! Как они идут наперед, а я резко сдаю назад. Инерции нет у меня. У нас есть. А, здание. Я буду вас путать, чтобы вы по столам не могли ходить. Че там, пацаны, застреете, да? Я нашел, ребята, тактику, как от них классно уходить. О, поцеловался со Скибиди туалетом. О, это было рядом. Это было очень близко. А на входе никто не стоял. Я убежал. Я стирал всех. А! Да ладно, стиральная машинка, уродина вонючая, убила меня. Поехали дальше. О, это очень медленный. А он просто телепортируется, да? Ребята, ждем, когда сделают Скибиди туалеты пилпаками. Я думаю, что максимум недели кто-то их сделает. У нас уже можно и BRGB сделали, и NextBot, и просто NPC-шки, и вселяться можно. Осталось очень мало по времени, и будет все четко у нас. Сейчас. Стойте, 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 батарейка села! Я не могу вас убить, я так хочу. Это что ты? Ах ты хитрый. О, давайте возьмем аниматроника, у которого очень много жизни. Смотрите, у меня жизни 10 тысяч. Побейте его. Жизни не тратил. Да, я не понимаю, вы что так дамажите сильно? Смотрите, смотрите, у меня есть аниматроник, миллион жизни, давайте. Давай. О, не отнимай. Вы отнимаете 695 тысяч. Ура, ребят, я нашел аниматроника, которого можно немножко дольше поубивать. Да, два выстрела и все. Эй, ты чё? Ты чего? Ай, ай! Получай. Вы чё такие злые? Я же к вам по-хорошему. Да, конечно. Ай, что со мной? Что со... Да вы забагали меня, но я поддаюсь вам все это время. Я тебя зашибал. Опа, волчара пошел. Ай. Лови волка. Лови злого волка. Волчара побежал, волчара, ребята. Четко выживаем, идем в пиццерию. Немножечко там потусуемся. Не знаю, что их легко запутать. Опа. Опа-па. Инфу давайте. Да какая инфа, тут этот. Ай! Да вы как? Я не поддавался уже. Поддавайся. Он невидимый. Я очень медленный, но могу телепортировать. Мне кажется, если телепортироваться так постоянно, поймать будет невозможно. Вообще никак. Он тут, он в туалете. Ай-яй, дамажат, дамажат. Он нас троллит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как больно вы меня дамажите. Это, ну, ты обманываешь нас. Да я не обманываю, меня чуть не убили. Да, конечно. А! Ты поехался, ты поехался. Понял. О, бегут, бегут. Смотрите, как они быстро ко мне бегут. Опа! Опа! Опа-па! Чаралка идет в бой. Ого! О, отлично, ребят! Ой, что-то у меня еще в жизни меньше стало, 600 уже. А, это... А ты что, летать умеешь? Мы прыгать умеем. А, вы прыгать умеете. Да я знал, я знал, умеете прыгать. Так, поехали, а теперь скоростной пошел. Псих. Ты пехаться не могу. Все, давайте, засекаем, продержусь. Ну как, я буду орать сейчас. Грядочку взял. Лови грядочку. А чего вы так быстро убиваете меня, пожалуйста, скажите мне это. Так, так надо. А че у меня экран черный? Где ты? Чё за пердёж? Расскажи нам, где ты. Я не умру, интересно, от этого, то, что он там чудит. Вот это музыка орёт с разных сторон. У тебя, пацаны, хорошо у вас там? Нормально всё? Не можете меня убить? Да, нормально. Он где-то в доме. В доме? Ой, в пиццерии. Есть, есть, пердёж пошёл. Отлично. А, вот ты. Да, я вот. Я пехаться не могу.
Ой, про пердей. А мне кажется, такое ощущение, что стиралка реально мощная. Нет? А это не стиралка тебя убила, тебя вот эта лысая башка до пирожка убила. О, поехали. Я понимаю, вы любите издеваться надо мной, ну пожалуйста. Ну не убивайте так быстро. Ну ладно. Ой, да что со мной? Да он дурак у меня, он завис. Он потом, потому что тебя сбили туалет, бог. А чё меня убил так? Смотрите, как я распался, идите посмотрите. А чё это со мной? Ребята, я первый раз такое вижу, чтоб так прикольно умирал. Забрали вообще. Побежали. Ну, блин, она медленная очень. Опа, музычка пошла. Так, я разозлился, ребята. Давайте теперь я буду брать админский пистолет и вас мочить. Нет! Бежим, бежим. Ай. Отлично. А я живой. Отлично, ребятушки. Ну что, теперь я разозлился. Кто дождался этого момента, тот молодец. Все, я спрятался. А, ты запрятался, да? Умный сам. Чё за звук? Это скибиди туалет глич там убегает. А, я помню, мы же его тестировали на скорость. Я вышел на охоту. Давайте посмотрим, кто же кого убьет, я вас или вы меня? Где вас там много, а я один. Инфу, дай мне. А, я там, где Фокси стою. А, всё, понял. Фокси стоит. Да. Отлично, ребят. Ну, смотрите, как мы по красоте все это делаем. Полетел. Ой. Ой-ой-ой, ты чего? Пошел отсюда, щенок. Ай! Дай! Да как? Да как? Ну блин, ну пацаны. Ладно, давайте еще раз. Да я подался вам. Да я специально вам подаю, чтобы вы выигрывали меня. А, спасибо. Ой. Да кто он стреляет? Дурак что ли так стреляет? Ань, да что, больно. А вот нет. Теперь, вот теперь. Ай. Ну чё, вот это хорошая тактика, ребят. Вот теперь я точно выиграю. Где он, скажите. Давай, давай, я жду вас, щенки. А где на улице? Ну где-то. Я не на улице. Он в доме сидит, он опять запрятался где-то. Я знаю, на крыше, где проход на крышу, там сидит. Вот это пердёж пошёл. Так что ж ты там пердишь, всю карту завонял своим пердежом. Ну-ка, о, вижу, идет жертва аборта. Аборт. Отлично, да, отлично. Ай. Ну давай, кто? Блин, чуть не пропустил. Что там происходит? А! Убил меня скибиди туалет? Да. Нет, ты сам убил. Я сам себя убил? Да. Да я подался. Мы поняли. Ладно, давайте напишите, ребята, в комментариях, кто же сегодня был сильнее, скибиди туалет или я с админским пистолетом. У меня такое ощущение, что я победитель, как всегда. Эй, ладно, скибиди туалеты намного мощнее. И если сравнивать аниматроников и скибиди туалетов, скибиди туалеты сильнее аниматроников много-много раз и отнимает 695 тысяч жизней. Это просто импасибл. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Че, вас ядерный взрыв не убил, да? Скибиди туалет не убил, а... Вы чё, психи, вы что делаете? Давай. А они не захотят взрываться.